59 пожаров за 12 дней. Огонь в Преамурье унес жизни 5 человек, среди которых 2 ребенка. 4-летняя девочка и 2-летний мальчик погибли в Белогорске. Пожар вспыхнул вечером 3 января. На момент пожара, насколько известно, в доме находилась мама. Причиной гибели детей, скорее всего, послужил поздний вызов подразделений пожарной охраны. То есть она выскочила из дома и детей оставила одних. Кричала о помощи, звала. Специалисты пожарной лаборатории еще проводят экспертизу, но предварительно говорят о том, что, скорее всего, возгорание произошло из-за нарушения эксплуатации бытовых электроприборов. По факту пожара в следственном управлении возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». То есть, если будет установлено, что события преступления не было, да, либо не было состава преступления, значит, уголовное дело будет прекращено. Но поскольку погибли дети, мы должны адекватно отреагировать и полностью и установить и все обстоятельства объективно, да, и дать квалифицированную правовую оценку всем и действиям, и бездействиям тех лиц, которые должны были предотвратить вот эту трагедию. Совершили амурчане на каникулах и тяжкие преступления. Возбуждено 8 уголовных дел за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и 5 дел по статье убийства. Причем в одном сын лишил жизни свою мать и отчима. 19-летний парень находится на условном сроке за разбой и убил своих родителей за то, что они посоветовали ему взяться за ум. Было установлено, что гибели супругов может быть причастен молодой человек 95-го года рождения. На задержание подозреваемого ориентирован весь личный состав Благовещенского гарнизона полиции. Была создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников управления уголовного розыска областного МВД и МВД России Благовещенский. Сейчас молодой человек находится под стражей. Кстати, родителей он убил на глазах своих маленьких сестер. Девочки были дома. Помимо убийств, драк и разбоев, на каникулах произошли 4 самоубийства и 1 изнасилование. С 1 по 11 января в области оформили 132 дорожных происшествия. В авариях пострадали 18 человек и 2 умерли. Оба погибших были пассажирами иномарки, водитель которой не справился с управлением и врезался в электроопору. ДТП случилось в Благовещенске 1 января. Еще один пассажир и шофер сейчас лежат в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Марина Евсеева, Василий Пронькин, Александр Лисенюк, Альфа-Новости.